Еще одним событием в рамках Пинск Инвест Уикенда стало проведение научно-практического семинара, посвященного функциональной диагностике растений, минерального питания растений в разные годы, а также подаче элементов питания одновременно с поливом. Сегодня мы показали для наших фермеров, которые очень заинтересованы, конечно, в правильном питании растений, как можно определить наличие или недостаток тех или других элементов питания в растениях в полевых условиях с применением каких-то там фотокалориметрии и других методов определения элементов питания в растении. На семинаре гостям, а это фермеры и предприниматели, участники кластера ПолесГУ, продемонстрировали методы тестирования, которые помогают выявить количество питательных элементов растений и скорректировать нехватку или избыток того или иного питательного вещества. Определить количество элементов питания в этот период времени в растениях и показать, какой есть или недостаток. Тогда нужно вносить элементы питания. Если у нас приборная база показывает, что вот это оптимальная форма, то мы ничего не вносим. Ну, если вносить так, просто так, то опять же и лишние деньги мы выбрасываем, и, конечно, вред экологии. Один из участников семинара – Николай Полешко, который приехал из Толинского района. Он занимается выращиванием ягоды, в частности голубикой, уже не первый год. Благодаря сотрудничеству с польскими организациями, с польскими властями, приобрели две, скажем так, мини-лаборатории, которые мобильные. Одна лаборатория по диагностике по листу, то есть экспресс-тест, ну, за час это должно все показать, и экспресс-анализ почвенный, что очень важно, потому что как бы культура такая, что требует очень много затрат, и важно знать, что ей нужно в первую очередь. И сегодня вот первые тесты проводятся, показываются, ознакомляются с этим, и надеемся, что это очень нам всем поможет, даже те, кто не занимается непосредственно ягодой, а другими культурами. Это очень важно. Подобные семинары в Полесском государственном университете проходят регулярно. Большую часть из них составляют именно практические семинары, которые проходят непосредственно в полевых условиях.